Так вот, дорогие друзья, реализация программы «Кредита» делится на три части. Первая часть – это предоткрытие проекта, пред-СТО, либо предсейл называется еще, да, делится на 8 этапов, которые пройдут в течение первых 6-12 месяцев. С 30.03.2019 года. То есть в эти даты произойдет старт. Мы откроем кабинет, естественно, за 3-4 дня до старта, для того, чтобы вы могли туда зайти, оплатить деньги, и туда смогут зайти только те люди, оплатят 400 юнитов за любой АИП. Ну, это должно быть, это может быть, знаете, как 10 по 40, это может быть 4 по 100, но объем с 1 марта по 31 марта должен быть, ну, до входа в кабинет, да, должен быть 400, когда для вас открывается вход в кабинет криптоюнита. И осуществляться он будет именно первая часть по 31.03.2020 года. То есть за 6-12 месяцев мы хотим, намерены пройти все эти 8 этапов. Что это такое, сейчас покажу. Вторая часть – свободное обращение криптоюнита с другими фиатными криптовалютами. Это 8-17 месяцев. То есть мы ставим себе план с 1.12.2019 по 1.10.2020. Если в первой части будет отписано 30 миллиардов токенов криптоюнита до СТО, то уже во вторую часть будет продано через биржи, через СТО, через, опять же, нашу систему 20 миллиардов токенов криптоюнита. Третья часть – глобальный мерчендайзинг криптоюнита, в основе которой будут активы всех секторов сегментов инвестиционного рынка на сумму более 100 триллионов. То есть это 80 миллиардов токенов криптоюнита будет продано на сумму 20 миллиардов токенов. И формирование гломера КРУ, то есть глобального мерчендайзинга криптоюнита. Что такое мерчендайзинг, наверное, можете почитать вы. Для меня мерчендайзинг – это активная, скажем, популяризация, активная популяризация. Есть пассивная, есть активная популяризация того или иного направления, того или иного продукта. В данном случае мы берем глобальный мерчендайзинг криптоюнита в период с 1.10.2019 по 1.10.2024-2028 года. Начальная стоимость криптоюнита 1 юнит стоимость, рыночная стоимость криптоюнита составит более 1250 долларов на момент, когда будут созданы активы более 100 триллионов долларов. Дивидендный доход к завершению этой части, то есть 2024-2028 года, мы планируем на уровне 1-50 долларов на 1 токен криптоюнита. А если я не хочу платить 400 юнитов сейчас, что мне тогда делать? Я что, останусь без, у меня не будет возможности? Будет первое, вы, так как являетесь, если вы являетесь инвестором или партнером Skyway, значит вы уже именно через Свига, и либо инвестор, либо партнеры делали какую-то маломальскую работу или проинвестировали, вы уже получите какую-то долю в криптоюнити этот раз. Второй момент, когда будет свободное обращение через криптобиржу, вы сможете приобрести, но с меньшими выгодами, какие-то выгоды я сейчас покажу.